Президент Владимир Путин поздравил фигуристку Алину Загитову с днем рождения. Вы достойно продолжили легендарные традиции отечественной школы фигурного катания, сказано в поздравлении. Стали обладательницей олимпийского золота, других высоких наград. Желаю вам новых достижений и всего самого доброго. Эта маленькая балерина в красном, будучи 15-летней, покорила мир фигурного катания, взбудоражила его, влюбила в себя тысячи и тысячи сердец. И вот уже ей 18. С днем рождения, Алина!